И всем привет, дорогие друзья, с вами Базон. И сегодня я вам хочу рассказать, как же сделать ну красивую обложку для видео без компьютера. Компьютер у меня тоже есть, но я не через него делаю обложки, а сейчас я вам расскажу, погнали, не буду вас ставить. Ну, это делается с помощью программы PhotoRus. Я здесь уже делаю себе фотку, так что я покажу на ней. Я уже себя сфоткал, у меня вот фотка моя. Например, вот смотрите, у вас будет вот так вот back и cancel. Вот смотрите, мы заходим в Pro Edit, заходим в вашу там камеру любую. Вот моя фотка. Все, что мы делаем дальше? Мы вот здесь выбираем light pen, выбираем просто pen. И, например, я хочу, чтобы у меня здесь был желтый цвет, и вот выбираем пока большую. Так, все. Все. В принципе, мы уже... Извините. Я желтый цвет выбрал. Вот. Все, в принципе, мы уже вот так вот берем и закрашиваем. Закрашиваем, закрашиваем, закрашиваем. Но это я говорю видеоблогерам, таким как я. Ну. Так, вот так. Подкрашиваем. Вот так вот подкрашиваем. Вот мы подкрашиваем, значит, вот. Смотрите, смотрите, подкрашиваем. Мы вот красим, красим, красим. И, ну, и на, чтобы вот выделить там себя, мы выбираем моллюску и выделяем себя. Рекомендую вам приблизить. Так вот. Выделяем себя. Вот, выделяем, выделяем, выделяем. Ну, главное, чтобы не криво сейчас получилось, как у меня вот. Смотрите, вот. Главное, чтобы вообще не криво было. Чтобы все прямо было. Так, все прямо, прямо. Стараемся очень прям, прямо делать. Так, назад. Блин. Так. Так. Вот, все. Так, опять приблизим. И я уже тяну вот это вниз. Обвожу здесь. Так, вниз. Вот так. Вниз. И плюс надо шрифт, чтобы был не очень... А, подождите, не. Шрифт может быть любой, потому что, смотрите, так, сейчас. Потому что... Ну, как сказать. Ну, мы же как бы еще вот желтым все это закрашивать будем. Ну, мы как бы закрашиваем. Так, все, теперь осталось вот здесь. Ну, мы все это делаем вот таким вот образом. И вниз. Икс. Ладно, здесь уже, в принципе, масштаб не нужен. И что? И что мы делаем? Давай. Далее мы... Все, дальше закра... Открой мне синий цвет. Ой, так, сейчас пен, так вот, так вот, так, сейчас закрашу, вот, все. И просто мы берем и закрашиваем, но лишь бы не задеть наши части тела. Что это только что было? Лишь бы не за... Так, лишь бы не задеть наши части тела.
Вот так вот. Вот так. Так. Вот так вот. И как видим, я задел только что свое лицо, и я делаю вот это заново. Так, кстати, чтобы заново сделать, ну, вот то, что вы сейчас закрашивали, ну, снова хотите, вы нажимаете просто на стрелку назад. А если вы нечаянно удалили и хотите вернуть, вы нажимаете на стрелочку вперед. Так. Ну, и в принципе, да, вы говорите, ой, так, подождите, еще не все вот. Тут подкрасим. Ну и в принципе вы думаете все так. Но еще нужно избавиться от... Ну уже гад, да, все. Ну когда вы будете обложку для видео делать, вы еще должны... Так, вы видите, как-нибудь так вот здесь закрашу. Вы еще должны написать текст. Мы нажимаем на галочку, у нас это сохранилось. Теперь текст. Так, это мой текст на видео, как скачать ВК 2.0 на iOS 8. Как скачать ВК 2.0. Ок. Как скачать ВК 2.0 куда-нибудь это... Сейчас я это как-нибудь вот куда-нибудь... Как скачать ВК 2.0? Потом... Для... Для... Текст... iOS 7.8. Так, это мы тоже уменьшаем и сюда помещаем. Ну и в принципе все, можно сохранять. И у нас все сохранилось. Вот сейчас мы увидим. Вот она наша фотка. Короче, вот она наша фотка. А вы подписывайтесь на... Нет, еще не подписывайтесь. Ну а с вами был Базон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И это было как делать обложку видео для вашего iPad, iPhone без фотошопа на компьютере. Пока!